Яркие и энергичные. Шоу «Балет Корица» — это танцевальный проект. В своей хореографии девушки используют разные стили и направления. Сейчас узнаем о шоу-балете подробнее. Во-первых, вообще, почему создавался этот проект, шоу «Балет Корица»? Потому что мы все очень любим выступать. И нам, танцорам, недостаточно 1-2 выступления в год, а хотелось больше, хотелось заявить о себе. Для меня вообще очень много значит контакт со зрителем. То есть для меня выступление — это в первую очередь найти контакт со зрителем, послать ему свою энергию, донести свое настроение, зацепить зрителя, вот, поэтому вот это была первая цель создания нашего шоу-балета, это именно выступление, именно заявление о себе. Такое название, которое бы сразу запоминалось. То есть, допустим, зарубежное название, оно красиво звучит, возможно, более эффектно, но оно не так запоминается. Хочется, чтобы раз и все, и цепляло. Вот. И кто-то из нас сказал «корица», я даже уже не помню кто, и все-таки «корица, корица, корица», и все, оно сразу запомнилось, и как бы уже автоматически мы поняли, что да, мы корица. Микс стилей. Шоу-балет «Корица» была создана в декабре 2019 года. Начинали девушки с направления хай-хилс. После поняли, что хотят разнообразить свою хореографию. И к танцам на каблуках добавили элементы стрип-пластики, джаз-фанка и афро. У нас занятия проходят по принципу «каждое занятие – это как мастер-класс». То есть каждое занятие – это новую хореографию, они не повторяются. И когда мы собираем определенное количество хореографий, я говорю, все, делаем танец. Из тех хореографий, которые мы уже выучили, допустим, в течение там, 2 месяца, мы составляем танец. Валерия занимается танцами с детства. Начинала с народных. После девушку заинтересовали современные направления. Мне сочетаются две совершенно разные личности. Я вообще по специальности художник. И мне очень нравится вот все контрастное. То есть меня всегда так от одного к другому немножко контрастно бросает. Поэтому в хип-хопе я проявляю свои какие-то резкие качества, свою твердость, не знаю, где-то жесткость даже, пацанские какие-то черты. А в хай-хилс хореографиях, в джаз-фанк хореографиях я именно девушка. Я женственная, мне очень нравится, что во время танца я могу излучать какую-то химию. И вот эта химия, она именно женская. Я правильно говорю, что у каждой девушки есть своя какая-то вот магия, которая нас завораживает, и я считаю, что женственные направления, они помогают эту магию именно из каждой девушки достать. Анастасия Костюшко 8 лет занималась бальными танцами. Потом решила попробовать свои навыки в современной хореографии и нашла себя в шоу-балете «Корица». Мы одна большая семья, у нас очень дружные девочки. И мне нравится харизма, атмосфера в нашем коллективе. И то, что мы все такие яркие, неординарные. Юлия Куницкая в колледже занималась народными танцами. После окончания учебного заведения девушка решила попробовать новое направление. В «Корице» мне нравится танцевать с такими крутыми девочками, потому что они всегда поддержат, всегда помогут, что нужно сделать, покажут, если что-то не получается. Ну, вообще, всегда такая крутая атмосфера, что не хочется даже уходить.
гимнастикой и контемпорари. Алена Малиновская занимается танцами с 8 лет. После окончания гуманитарного колледжа девушка решила освоить хореографию женских танцевальных направлений. У нас, получается, тренировки, когда проходят, наша Лера Беляк, она постоянно пытается что-то новое для нас придумать. Иногда более что-то медленное, плавное, иногда очень быстрое, энергичное. И это тоже все очень потрясающе. Анастасия Фун танцами занимается с 4 лет. А уже в колледже узнала на мастер-классе о современных направлениях. Валерия Беляк давала мастер-класс для учащихся. Девушке понравилась энергия и подача хореографа, и она решила продолжить обучение в шоу-балете «Корица». В «Корице» нравится большое количество выступлений, общение с людьми, новые знакомства, потому что этого всегда не хватает танцорам, творческим людям всегда нужно себя показывать, проявлять. Вот, поэтому «Корица» это дает, и это очень круто. Для города над Неманом «Корица» – это уникальный проект. Многие гродненцы уже оценили невероятную энергетику девушек. Каждая из них – профессионал своего дела, а вместе они создают шоу. Like drugs.